Вся Москва жила наготове. У каждого был готов мешочек с необходимыми вещами. Была чистка в партии. Люди боялись открывать двери. Арестовывали каждую ночь. Машина подъезжала, забирали человека, и неизвестно, где он исчезал. Пришли ночью. Мы, дети, спали. Мама нас приезжала к себе. Папу сразу увели. На Арбате мы жили. Я была уже замужем. Была беременна на 8-м месяце. И вдруг вот приходит арестовывать. При мне делали обыск. И впечатление, что тебя заживо уничтожают, закапывают. Посадили в машину черную и увезли на Лубянку. Увезли в Бутырку, в больницу, где я родила мальчика. 2 дня не несут кормить. 3-й день пошел. Охранник несет сверток и говорит: умер. Это мой ребенок умер. У меня было такое состояние, что я с ума схожу. Ночью на допросе, а днем спать нельзя. Никаких пыток не надо. Я понимала, что это безумие, что это вот усталость, что мозг вымучивают. Только вот сил уже не оставалось. Была в камере женщина, вот тебе 2 спички, вот вставь в веки, сама дреми. Я повернусь к окну, вот вставлю сюда, а они же не очень прочно стоят. Это самое большое из уверстий, которые немцы применяли, и наши. Одни у других учились. Режим был очень строгий, без права переписки, без права читать газеты. Я не знала, где папа. Не знала, где мама, и они обо мне ничего не знали. Никто не представляет себе, что такое еда тухлой рыбы. Все думают, что тухлая рыба несъедобная, а нас ею кормили. Червяки вот такие белые. У нас были ведь и академики, химики, и биологи. И они говорили: ешьте червяков, чистый белок. И мы ели. А что было делать? Трудно об этом говорить. Я рассказываю, а душа болит. Вы уж извините меня, но тяжело об этом говорить. Сколько досталось моим родителям, не дай бог никому. И ведь ни за что. Здравый человек туда работать не мог пойти, потому что они совершали открытые преступления против человека. Это мое твердое убеждение, что в МГБ шли люди с предательским характером. Про Путина и говорить нечего, хоть он из хорошей семьи. Не знаю, как такое в такой семье могло случиться. И работал он сначала вот этим охранником уличным. За мной тоже ходил такой
слабаки по отношению к русскому настоящему человеку. Меня зовут Вера Сергеевна Голубева. Я провела более 6 лет в сталинских лагерях. За что, до сих пор не знаю.